Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал, который ведет Юля Рфлорида. С вами сегодня, как обычно, Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. И сегодня мы находимся не совсем в обычном месте. Это пригород Тампа-Бэй. Мы уже ближе к Мексиканскому заливу, и этот город называется Wesley Chapel. Я видела несколько других роликов про этот город, но мы еще не снимали, и я не могла упустить этот момент. Особенно посмотрите, обратите внимание, потому что мы стоим сейчас на красной дорожке, и этот дом сегодня я принимаю для своего клиента. Спасибо вам, Слава. Слава находится в другом штате и тоже подписчик нашего канала, и сегодня он счастливый обладатель этого красивого, необыкновенного дома. Вы увидите дом внутри, мы расскажем все по порядочку. Этот город Wesley Chapel знаменит тем, что здесь находится вообще новая, практически недавно построенная знаменитая лагуна, которая называется Эпперсон. Чем лагуна знаменита? Это как мирок такой райский посреди материка, можно сказать, потому что Wesley Chapel находится где-то минуток в 30 езды от пляжей Мексиканского залива, но у них здесь есть свой пляж, построенный вручную, но очень красивый. Мы попозже снимем вам эту лагуну, огромнейшая, просто она построена на 7 акрах земли и выглядит как курорт. Это просто resort style living. Не будем отвлекаться от дома и от района. Wesley Chapel сейчас очень активно застраивается. Большое, огромное количество билдеров, застройщиков строит разные комьюнити. Этот дом от Pulte Homes, застройщик. Ну, здесь разные застройщики, которые вообще могли попасть в эту эрию, купили землю. Сейчас эта земля буквально заполнена новостройками. Уже практически, вот в этом, например, комьюнити уже не осталось ни одного лота, уже все достраивается, сейчас они начинают приводить сам комьюнити в порядок. Вы понимаете, строительный мусор, еще какие-то дома достраиваются. Проедем мы с Юлей по комьюнити, но уже все выкуплено, уже лоты не продаются, здесь, скорее всего, теперь будет продаваться только вторичка, но есть... За воротами этого комьюнити еще другие фазы или другие билдеры, это можно найти. Этот дом, сегодня опять повторюсь, наверное, у нас идет приемка дома. Мы только что пообщались с прорабом, который вел стройку, наблюдал за рабочими. Он только что отъехал, и мы решили снять этот дом для вас. 3 спальни, 2,5 ванных. 2700 square feet, в переводе на метраж я не перевела, Юля, ты переведешь, пожалуйста, хорошо. Размер участка приблизительно 0,20 акра, построен только что и был продан за 604 тысячи долларов. Пройдем, жарко. Да, да. И я по пути в дом, там реально хорошо прохладно, сегодня безумно жаркая погода. Давайте пройдем в дом, и по пути в дом я еще немножко про район расскажу. Ребята, если вы будете спрашивать школы, я не буду обманывать, школы здесь сейчас на данный момент средненькие. А почему? Потому что этот район только начал застраиваться, а рейтинги школ, они проходят где-то год, вот этот годовой сайкл, и рейтинги выстраиваются на основании экзаменов, которые сдают дети. То есть здесь район, он только начинает заполняться, и он мне напоминает наш безумно популярный район в округе Орландо, который называется Лейк Нона. Да. Когда Лейк Нона строилась, там школы вообще были ниже плинтуса, но уже виден был потенциал. Во-первых, строились дорогие дома, не дешевые. Здесь тоже районы дорогие, здесь дома очень дорогие.
Естественно, в дорогие дома переезжают семьи с детьми, которые заботятся об образовании своих детей. Таким образом поднимаются рейтинги школ. И поверьте мне, в этом районе рейтинг школ будет скоро очень высокий, такой же, как Лейк-Нона, но цены на дома будут уже другие. Кстати, здесь есть очень хорошая, отличная чартерная школа, и семья, которая купила этот дом, в принципе, вообще даже не переживали о публичных школах, они знают, они ждут, эти школы вырастут, может быть, даже уже и в этом году, когда будет официально заявлен публичный рейтинг, да, школ. Но они свою дочь уже устроили в чартерную школу, здесь очень шикарная чартерная школа, и чартерные школы, я бы сказала, лучше, чем публичные, и лучше, чем приватные, коммерческие. А почему? Потому что у них образование, как в коммерческих школах, но они бесплатные. Но об этом можно долго говорить, давайте мы на дом. В общем, я хочу сказать, школы здесь есть хорошие. И скоро будут все эти школы здесь, будут тоже высокого рейтинга. А давайте проходим. Да. Мы зашли в прихожую. Мы зашли, что мы видим на полу у нас? Смотрите, ребята, сейчас вы видите у меня в руках синяя ленточка, причем у нас уже был прием дома. Очень много было здесь погрешностей, они уже практически все исправлены, но сегодня у нас финальная проходка, и мы снова, видите, вот наклеиваем, мы проходим и замечаем, что, да, еще какие-то недостатки остались, но это совершенно нормально. Чем хорошо покупать у билдера, у застройщика, то, что они исправляют даже, когда дом продан, у них есть гарантия. Вот мы вот так вот проходим и наклеиваем. Если мы заметили какие-то еще погрешности, которые нужно исправить, вот, например, смотрите, смешно получилось. Кто-то взял и размазал непонятно кого, комара какого-то большого по стене. Им нужно это приводить в порядок. А мы наклеили ленточку. Вот. И здесь у нас такой хороший обширный коридор. Здесь мы проходим сразу влево от дверей, и у нас офис. Зайди, пожалуйста, дверей нет, но, Юль, зайди, пожалуйста. А здесь есть гардеробная. Ребята, если поставить двери, это будет 4 спальни уже. Ну, вообще-то да. Это будет 4 спальни. Да, то, что считаем. Ну, небольшое помещение для офиса больше, чем достаточно. Они подразумевали офис, но плюс гардеробная. Классно. Здесь, проходи, пожалуйста, мы пойдем чуть-чуть вот так сначала слева начнем. Здесь это половинка санузла. У нас полочки. Полочки. Да, хорошо. Приветствуется. Да. Справа от дверей поворачиваемся. Здесь у нас распашонка, две спальни. Детские, гостевые, какие хотите. Здесь очень светло. Вообще дом очень светлый. Да, светлый. Он практически белый, да, можно сказать. А, ну он белый, не практически. Да, супербелый, да. Я думаю, может, оттенок какой-то есть. Обрати внимание, пожалуйста, какие высокие двери. Да, кстати, это очень большой плюс. Высокие двери, да. Высокие двери. Здесь у нас кладовочка для, не знаю, чего, полотенчики или... Ну, чего хочешь. Какие-то препараты, химия. Карпет здесь положен только в спальне. Только в спальнях, да. Это общая ванная комната на две спальни. Окей. Две раковины, большая, большой размер. Кстати, да, большой и ванная полноценная. А это что? Это кварц, да? Да, это кварц. Ребята, я пока хожу и вам рассказываю про дом, я еще пытаюсь еще один сделать, да, еще посмотреть раз, вдруг я что-то не заметила, пропустила. Смотри, здесь какая хорошая гардеробная, это, можно сказать, прихожая. Конечно, немножко интересное место, да, ну вот прихожая, и здесь можно разуться и повесить верхнюю одежду. Такого же размера вторая спальня, гостевая. Она чуть-чуть потемнее. Там солнце сейчас идет, а вечером солнце будет там. То есть сейчас светлая сторона
передняя дома, а вечером будет задняя. Угу. Хорошо, здесь такие раздвижные, да, двери? Так, чтобы ничего не пропустить. Здесь мы заходим в огромное помещение. Здесь можно бал танцевать. А с этой стороны столовая. Это как раз-таки вот, что мы называем открытая планировка. Мне она безумно нравится. Мне нравится вот простор вот этот, да. Посмотрите. Пока. Там столовая, здесь гостиная. На эту стену вешается телевизор. И сзади шикарная кухня. Все идеально, мне кажется. И цвет, и поверхность. Поверхность кварцевая тоже. И большой такой остров. Большой остров. Еще интересной такой формы. Немножко здесь закруглен. Здесь ставятся обычно барные стулья. Большая раковина. Мне нравятся вот такие раковины. Они очень удобные, которые не разделены на две части. Знаешь, что я заметила, раз мы уже ходим вокруг острова, смотри, какие они сделали тоже хорошее решение, да. Это дополнительный сторож. Я тоже обратила внимание. Да. Я редко вижу, чтобы сбоку еще был какой-то шкафчик. Да, смотри, какая огромная пейнтри, кладовка для круп. Очень много чего влезет. Я бы еще, знаешь, еще полчик доставила. Здесь можно вообще... поставить, наверное, даже и встроенное что-то. Знаешь, как гардеробные строят, такие умные шкафчики. У нас это вот микроволновка, это духовой шкаф. Мне очень нравится такая парочка встроенная. А это, как думаю, куда же микроволновку-то им ставить? А вот она, оказывается. Сейчас это очень распространено. Раньше, там, в домах 2005 года, 2006 года, чаще всего замечаешь микроволновки, они все повешены над стеной. Ой, над стеной, над плитой. Сейчас стали строить вот такие двойки. Современнее. Да, это современнее. Естественно, красивые и с доводчиками... А может быть, и не с доводчиками, не с доводчиками, кстати, да. Это я сейчас в другом доме, да, не с доводчиками. Да. Доводчики можно поставить. Да, не с доводчиками. Ну, хорошо, все равно красивый шкаф. Без доводчиков. Плита электрическая. Вытяжка вот что. Вытяжка. Вытяжка ведет на улицу. Чаще всего, если здесь микроволновка, то вытяжка идет через микроволновку, это идет на улицу. Все новенькое. Вот здесь мы тоже... Кстати, здесь Юля у нас приметила сегодня недостаток. Я там что-то мне не понравилось. Да, мы вот ходим и... Нас хлебом не кормит, дай только ленточку повесить. Но они исправили. В общем, покупатель, он приезжал уже сюда на так называемый New Home Orientation. То есть уже ходили, здесь было очень много ленточек. Все это было исправлено, погрешности. Но все равно, ну, что-то не заметили, конечно, да, то есть всегда свежим глазом нужно еще проходить в день закрытия, и билдеры это исправляют. Еще есть погрешности, которые я расскажу, они будут исправлены. А здесь у нас кондиционер большой, да. Вот эта комната. Вот здесь у нас будет, это называется по-английски mud room. Я, наверное, думаю, это как прихожая, когда заходишь из гаража, да. И здесь можно сделать тоже такой шкафчик, где можно разуться, одежду повесить. И большая, огромная постирочная. Очень большой размер. Мне нравится, что здесь есть раковина. Да, удобно. И здесь можно, не знаю, поставить что-то, где можно белье, гладильную доску или... Или поверхность, какой-то стол, где можно складывать белье. Ну, она огромная, здесь можно вообще... Полет фантазии огромный, что здесь можно поставить, как это оформить. Я очень люблю большие постирочные. Проходим в гараж. Вот он, гараж. Гараж на три машины. Здесь получается, что одна машина будет, к сожалению, заставлена, но все равно это очень приятно. Причем у них
И драйвей, подъезд к дому, он тоже достаточно большой, еще две машины можно поставить для гостей, что нужно. В углу у нас стоит водонагреватель. Пройдем в спальню хозяйскую. Большая, очень большая. И здесь, причем сейчас окна занавешены. Из спальни есть выход на задний двор. О, крытый задний двор. Крытый, это у нас всегда на десерт. Проходим в ванную комнату. Юль, ты проходи, чтобы мы не мешались. Так, в общем, здесь у нас две раковины, кварцевая столешница. Так, отдельно туалет закрывается, что хорошо. И какая здесь здоровая, смотри, гардеробная. А я надеюсь. Она разделена, нам тоже это очень понравилось. Да, мне тоже нравится. Она разделена, то есть, и причем разделена равномерно, никакой дискриминации. Хочешь женская здесь, мужская здесь и наоборот. То есть она равномерно разделена, и это очень удобно. Классно, да, хорошая гардеробная. Вот хотела сказать, да, pocket doors, карманные двери. Так, и тут у нас что, душевая? Душевая, огромная. Огромная, сейчас мы ее покажем, все такое светлое, беленькое, чистенькое. Вот, что бы я делала первым делом, можно я зайду в душевую? Да. Надеюсь, сейчас у меня тут. Первым делом я всегда, когда я вижу такие душевые, да. Поменяла, да. Да, душ такой, я меняю. Мне вот эти вот маленькие. Мне нравится, чтобы можно и снять было. Да. То есть это не вставленные. Но мне это застройщики все такие ставят. Угу. Это уже будет под вас. И он какой-то ни о чем. Ну, вот посмотри на такую большую душевую вот, вот такая коробочка. Вот это внутри дома все у нас. Кстати, когда мы смотрели этот дом, он уже здесь уже весь пакет. Мы не могли ничего добавить, потому что у него уже был пермит. У этого дома и здесь были каркасы деревянные, то есть стен не было гипсокартона, здесь был каркас, и мы видели все, что внутри этого каркаса творится. Что мы делали? Мы вызывали, когда уже застройщик сказал, я готов положить гипсокартон, мы вызвали инспектора. Покупатель вызвал инспектора, который проверил, это так называется pre-wall inspection, то есть до того, как они накладывают гипсокартон, инспектор проверил все, что, всю начинку внутри стен, чтобы все было по стандартам, все правильно, по пермитам, все было отлично. На самом деле некоторые делают это, некоторые не делают, потому что по-любому это проверяет еще каунти, инспекторы от каунти. Ну, мы захотели своего личного инспектора, чтобы он нам зафиксировал и дал отчет, чтобы мы уже сами знали, что внутри стен и где это находится. И мы делали уже after construction inspection, то есть у нас было две инспекции. Здесь давай выйдем через эту дверь. Вот это нас, конечно, сразило, когда мы смотрели этот дом в первый раз. Смотри, как открываются... Да, раздвигается стена. О, боже, она... Я даже вот этого не знала. Она вообще, посмотри, как раздвигается. Чаще всего доходит вот до сюда. Она просто идет до конца. Вот этого я даже и не знала. Здесь обязательно нужно делать будет скрин. Сетка. Сейчас, смотри, здесь очень много летает жучков. Сейчас сезон Love Bugs. Это жучков влюбленных, так. Жучки любви. Вид у нас на озеро. Там озеро. И самая интересная история этого дома. Вот посмотри, вот та лесная полоса.
и там поле дальше, там никогда не будет стройки, никакой. Это заповедная зона. Эта зона внесена в Красную книгу, и она называется Bald Eagle Nest. То есть сюда, где, по-моему, они сказали, раз в полгода или в год прилетает орел американский, как лысый, белоголовый, болт. Американский вот этот вот, это же птица занесена, символ, и занесена в Красную книгу. И он здесь гнездится, да, то есть эта эрия, это просто заповедник. И нас это подкупило, мне кажется. Ну, и двери эти, и планировка, но вот это тоже, это очень интересно. Смотрите, ребята, что мы сегодня заметили. Это все исправляется застройщиком. Они будут месяц как бы перекладывать газон. Они на днях только переложили газон, потому что ему нужно привыкнуть к газону, к этому месту. Это совершенно нормальная история, когда приходится перекладывать какими-то участками несколько раз. Им нужно корнями сцепиться с землей. Вот тот участок, уже видно, что его нужно снова перекладывать. Они положили этот участок где-то дня 4 назад, но он не прижился. И всю вот эту вот тоже 4 дня назад. Где-то приживается, но это гарантия, это под гарантией. То есть это все будет исправлено. А до какого, интересно, участок? До окончания, вот видишь, вот где окончание газона, это их участок. А там будет что, газон тоже? Все, там будет газон, там, просто, да. Там будет газон. Вот эта кучка, это все уберется, это все строительные издержки, там еще и контейнеры, это все убирается и закладывается травой. То есть застройщики, они обязаны полностью сдать комьюнити уже в таком виде, они не оставляют за собой ничего, ни мусор, все должно быть застроено, тогда город принимает этот комьюнити. Вот здесь внешний. Один, да, здесь получается? Получается один кондиционер, да. И вот сегодня мы снова прошли, они не исправили, но это будет исправлено, где-то подкрасить, они пропустили. Здесь тоже, видишь? На закрытии это никак не должно поменять, вот там стена, видишь, тоже они где-то что-то не докрасили. Прораб. Застройщик сам сейчас придет, он нам дал снять, он говорит, я сейчас приду и все это сам исправлю. Да, здесь хорошую большую летнюю кухню можно сделать, да? Еще я не уточнила, что... О, боже мой. Налог мы не знаем здесь пока, потому что это новый дом, но в этом районе... Это 1,7% от кадастровой стоимости. Да. Какой бы вы дом ни покупали, то есть, ну, да, 1,7% на новые дома. И ассоциация HOA $75 и плюс $45 для того, чтобы использовать лагуну вот эту, про которую мы покажем вам, про которую я говорила. Насколько я слышала, не знаю, это правда или нет, но застройщик нам сказал, что сейчас эта лагуна открыта для публики. Да, там нужно платить всем, открыта для публики. Когда застроится, закончится строительство вокруг лагуны комьюнити, лагуна для публики закрывается, чтобы не было Сейчас могут кто угодно приехать, и Тампа-Бэй, и Орландо, кто хочет, может сюда прийти. Но когда это все заканчивается, лагуна будет только для жителей вот этой эрии, этой части Уэстли-Чапл. Проедем, посмотрим лагуну. Да. Друзья, я не могла не остановиться в этом месте, которое называется Эпперсон Лагун, после того, как мы сняли дом нашего покупателя, который находится в этом соседстве. Я вам вкратце расскажу о лагуне. Я уже ранее говорила, перед тем, как мы показывали дом, что эта лагуна на сегодняшний день открыта для публики, но ее закроют, когда будет все соседство застроено, закроют только для резидентов всей этой эрии. Сюда входит много комьюнити, и таунхаусы, и дома, и только у них будет доступ к этой лагуне. Лагуна – это просто рай на земле, честно говоря, просто рай. Белоснежные песчаные пляжи, лазурная голубая вода, очень много развлечений и горки.
Здесь тики-бар есть. Здесь, кстати, можно заказать, есть аква-тики-бар. То есть ставится бар на воду, и ты можешь заказывать напитки, еду, и плавая по этой лагуне. Здесь очень много программ для детей. Здесь и йога, и аква-аэробика. Вот именно такие запланированные программы. Вся вот эта area, все комьюнити, все соседства вокруг этой Epperson Lagoon были названы в десятке лучших соседств по всей Америке. Да, то есть это называется по-английски Master Plant Community и вошло в десятку лучших по Америке и лучшее в Tampa Bay area. Людей, конечно, сейчас много, парковка, она такая подзабитая, но люди, кто здесь живет, владельцы домов в округе, они приезжают, у них у всех есть вот такие маленькие гольф-карты. Здесь они разрешены, они садятся на гольф-карт и доезжают до своего бассейна. Это считается neighborhood clubhouse, наверное, так сказать. То есть это бассейн на вашем заднем дворе, можно, я бы так сказала. Стоимость этой лагуны, она уже включена в ассоциации всех этих комьюнити. Это дополнительно $45 в месяц, но... Все вот эти люди, которые сейчас стоят в очереди, они покупают однодневный пас, который стоит $40. За месяц 45, и вы можете весь день здесь проводить. Каждый день, с утра до вечера. Это ваш бассейн. Для этих людей это парк развлечений до поры до времени, пока его не закроют для них. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Я очень надеюсь, что вам понравился и обзор дома, и эта шикарная лагуна. Мне самой хочется сейчас туда прыгнуть, сегодня жаркий день. Ну что ж, до следующих встреч, всего вам хорошего, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите нас. Пока! Пока-пока!